Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, рефералы, а также люди, просто интересующиеся заработком в интернете. Сегодня речь пойдет о боте. Ну, многие, как предвижу, завернули носом. Ой, а бот, чего о нем говорить и так далее и тому подобное. А я попытаюсь аргументировать, почему я решил все-таки поднять вопросы и о боте. Так, перед нами, ну, вернее, на экране находится мое старое видео, которому уже немножко больше года, которое называется «Ябот. Раскачка облака. Повышение эффективности». Смотрите сюда ниже. Здесь только два комментария. Сейчас они загрузятся. И второй находится комментарий, который каким-то образом сюда пролез, потому что там куча комментариев, которые находятся вот здесь. Вот их Google почему-то не пропускает, ну, так сказать, спамщиков. Теперь. Вот мы попробуем открыть эту ссылку в новой вкладке. Это HashOkean. Сейчас вы поймете, к чему идет речь. Я просто знаю, что он не открывается. Он уже как бы подает признаки того, что соскамился. Суть не в этом. Это был тоже хороший проект, но хайп, как и все. Хотя уже о нем так трезвонили, что он такой хороший, что... А он оказался такой же, как HashProfit, такой же, как Emicoin и же с ними. Скрипт-ЦЦ и так далее. Я в свое время тоже повелся. У меня на Яботе были довольно неплохие деньги. И очень хорошо все капало. Я дальше покажу проценты, которые сейчас дают Ябот. Это почти 20% в месяц. Это реально, это немного, но зато немного по интернетовским меркам. А эти мерки настолько расплывчатые, что обещают много, а получается как всегда. Так, вот смотрите, до сих пор не загрузился наш HashOkean. Так, мы нажали по партнерской ссылке. Теперь, сейчас мы проверим, что находится у нас вот здесь вот, где-то мы, вот, у вас есть новые комментарии. Нажмем проверить, что у нас там за комментарии. И обратите внимание, здесь куча, так сказать, спамщиков, которые предлагают суперпроекты, которые, ну, то краны, то облачный майнинг, хоткоин, который два месяца назад, уже месяц назад, наверное, как закрылся. Далее и далее. Я не могу их всех, как бы вам перечислять. Почему? Да я просто так вот CLD майнинг, HashOkean, который сейчас вот здесь, видите, проблемы при загрузке. То есть он не открывается уже. И же с ними, попросту говоря, эти все как бы супер дающие сайты легко и легко закрыть. Вот HashFlare тоже помню такой был. И так далее, и тому подобное. Я могу не вникать, но я точно знаю, что 90% из них уже закрылось. И это закономерно. Так, а Ябот стоит. И сейчас, далее я покажу, что он платит. Это одна из, ну, причин, почему я решил к нему вернуться. Теперь, от себя скажу, что я тоже повелся на эти супер-пупер обещания. И потерял, во-первых, вывел с Ябота большие деньги. Во-вторых, бросил сюда, которые там благополучно все и пропали. Ну, поэтому это видео снимаю для тех, кто, ну, чтобы предостеречь вас, как бы, от тех же ошибок, которые совершил я. Ну, а далее смотрим, как выводятся деньги на сегодняшний день с Ябота. Итак, попробуем сделать вывод сайта Ябот. У нас накапало здесь 148 тысяч сатош. Просто давно не были. Все деньги выведены отсюда. Итак, пробуем. Для того, чтобы сделать вывод, было всегда так. Идем в WinRAV. Так, биткоин. Адрес кошелька. Значит, возьмем адрес кошелька прямо с биржи Expo. Копируем. Идем в Ябот. Вставляем 0 0 0 148. Так, деньги сняты. Ага, деньги сняты. Идем в историю. История у нас. Так, идем в историю. WinRAV. Так,
кошелек показан. Хорошо. Получается, деньги пошли. Идем сюда на биржу Эксмо. Смотрим наш биткоин. Так. Естественно, их еще не видно. Идем в историю. Надо подождать. Так, ну вот, прошло буквально минут, ну, наверное, 5-10. И уже эти деньги зачислены. Написано «зачислено» в кошельке. Так, значит, оно уже числится. Сейчас проверим на балансе. Да, 148 тысяч сатош. Значит, сайт Ябот работает до сих пор, выводит. И, ну, как бы с этим у него никаких проблем. Так, значит, мы рассмотрели, каким образом вывели биткоины на биржу Эксмо. Так, точно таким же образом выводится любая из наманенных вот этих вот валют. А теперь я покажу вкратце, каким образом вывести деньги, если вы, допустим, просто намайнили мощности и решили, ну, вывести деньги через мощности. Таким, как это делается? Попросту эти мощности ваши, которые у вас есть, они как бы продаете их, а покупаете такие же мощности, но на 24 часа. То есть вам их дадут гораздо больше, но они вам будут доступны только 24 часа, а не 5 лет. Значит, вот, нажали на мощности, потом идете сюда, что вы покупаете за свои, как бы. Потому что это, допустим, через карту, это через, наверное, через трансфер, через банк. А это, то есть, с денег, которые на сайте. Теперь, когда вы нажали здесь, вот с этой стороны находится то, что вы отдаете. Значит, вы могли, вот у меня уже тут накапало, просто прошло времени, время от снятия первой части ролика, вот накапало там 1300 этих сатошей. То есть мне бы за них продали 0,05 облака, так? Но если я поставлю здесь мои облака, так, как бы на продажу, мне предложат, если просто облако, то на 5% меньше. Ну, 5% это как бы торговая накидка, надбавка, так? А если я нажму вот сюда, так, то смотрите сюда, значит, мне предложат, значит, этих мощностей 4304 единицы на 24 часа. И они уже будут быстро манить количество тех единиц, которые вы решите выводить. То есть это будет, может, биткоин, и доги, любая другая криптовалюта. Естественно, при таком процессе есть определенные потери. В свое время это было 15-20%. Но это реальный вывод. Поскольку на очень многих сайтах майнинга, я обращаю внимание, вот сейчас там этот новый скумбр, мрб, как-то потом еще один атис, там нет возможности продать мощности. То есть там вы можете покупать за биткоины, за доллары, за доги мощности, но обратного процесса нет. А в Яботе есть. Теперь посмотрим, какова окупаемость на сайте Ябот. Так, обратно щелкаем аккаунт. Вот у меня здесь 31 единица мощности. Если мы сделаем, что это значит в долларах. Ой, один биткоин сегодня 633 доллара. Вчера было больше, значит, вчера была окупаемость лучше. Теперь, вот у нас 32 почти мощности по 0,15 по 15 центов. И вот сколько они выдают в долларах. За год, получается, они выдают 10,81. Эти цифры я скопировал, занес их сюда. Вот, видите, 31,83 по 0,15. Это составляет 5 долларов и 9 центов. На сегодняшний день, в час, в день они дают 2,9 цента, это 0,58%, в месяц 17,74%, и в год 10,84 доллара от той суммы, вот от этой вот суммы 5,09, это составляет 212%. Вчера это составляло 216%. Это, чтобы вы понимали, вот это реальные проценты. И поэтому этот сайт до сих пор стоит, и в него можно, ну, в некотором плане гарантировать, что он еще не, как бы, не один месяц или год проработает. Это не эти сайты однодневки, которые вам обещают, я не знаю, 2% в сутки, потом
Но мощности вы у них продать не можете, они месяц постояли, пока вы деньги накопили, они взяли, закрылись. Сейчас еще раз глянем, значит, скамщиков под тем моим видео про раскачку облака, да? И как интересно они пишут. И вот смотрите, а в нормальный майнинг вложиться слабо, я босса скамился уже год или два, это 4 месяца назад человек, он знающий, видимо, хашокеан хотя бы 15 кГх мощности дарит. И вот он предлагает еще и сатоши какие-то компенсировать. Ну, компенсировать. Но хашокеан не дарил мощности. Да, он давал на определенное время 15 кГх мощности. Но эти мощности у вас, если вы не вложили свои деньги, они как бы забирали, они были не ваши. Поэтому это тоже маркетинговый ход, который, ну, как бы позволял людей, подталкивал больше вложить, чтобы забрать их деньги. Ну, еще хочу сказать, на самом сайте Ябот, да, гораздо ниже проценты, чем обещают все эти однодневки, CLD майнинг, тут хашокеан, потом те, которые ушли, хашпрофит, CLD майнинг, ну, короче, тут даже не перечислишь, вот хашфлайеры тоже. Естественно, получается, все люди туда кидаются, они слышат, что тут, к примеру, 20%, там 15-20% в месяц, а там, я не знаю, там 80, там, я не знаю, еще сколько-то процентов в месяц. И люди кидаются, и получается, о сайте Ябот сложилось такое отрицательное мнение. Но я вам показал, что действительно реально. И действительно, я сам обманулся, вынял с него деньги, там практически ничего не осталось. И эти смешные 31 мощности единицы, они накапали просто из ничего, можно сказать. Там осталось, наверное, пару копеек. И за это время вот уже там процесс пошел, и сегодня позволило мне вывести, ну, около $1 на биржу Эксмо. А дальше я буду заводить и начинать работать по новой. Надо учиться на своих ошибках. Чего желаю и вам. Я лучше вы учитесь на моих ошибках, неправильно. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайки, пальчик кверху. Подписывайтесь и удачи вам и здоровья.